получается. А у меня получается почему-то. А я тебе объясню потом почему. Так, а сейчас захват берем двумя руками. Двумя, не одной, как правильно сейчас, а двумя, за две руки. Переворачиваемся вместе тем самым, показываем удушающим. Дальше, блин. Попёт её, садишься на него две руки, сядь на два колена. Две руки взял, переворачивайся вправо, блин. Ну а как без него, значит, это на так было. Да, и удушение покажи. А ты что, защищаешься или что делаешь? Владимир, сядь на него, возьми две руки, переверни его. Взял, вот теперь переворачивай, делай удушающий. А он чуть-чуть сопротивляется, Пастухов. Да, а ты чуть-чуть сопротивляешься. Что с тобой остановили? Сердцем занимаетесь.
Ну, разворачивайся. Разворачивайся, разворачивайся. Оп. И сядь хорошо, сядь хорошо. Что ты стучишь? Держи руку мою. Вот так. Емля, сядь. Не лежи, сядь, как ты выйдешь. Я буду ставить, я сейчас сделаю. Хорошо. Ну, уже разворачивайся, уже надо было руку отпускать. Ну, Даник, руку отпускаю, ногу за голову. Вот так. Меняемся. Второй раз. Оп, еще. Вот. Ну, правую руку, правую отпусти. Ты не борешься, как будто ты труп. Ну ты чуть-чуть держись, правильно? Ну, Ты на болевой, как укол. Вот так. Еще раз. Уже руку отпускай. Другую, эй. Да, не получится. Ты же лежишь на этом боку. Ты смотри, лежишь на этом боку, хочешь ногу перевести. Если, что ты ему руку поломаешь полчаса? Или поломай руку ему и все, блин. Да. Мучай. Матвей? Вот так, посмотрите на меня. Вот так. Один глаз. Когда я его обучал болевому приему, вот так он делал, как вы. Как только деньги заплатил, сразу научился хорошо делать. И делал лучше всех. Деньги стал платить. Там делают сейчас, в клетке делают. А здесь, когда я учил, вот так, с таким же лицом делал. Ой, блин, ой, что тут учат меня. Как только бабки стал платить, сразу научился, стал делать хорошо. Есть разница, да? Бесплатное обучение и платное. Там, где платное, там люди учатся. А там, где бесплатное, там люди сидят. В школу не приходят. Ты платишь? Что? Что? Тренировки нет. За учебу? За учебу тоже нет. Не может быть. Ну, что, ежедневно, ежемесячно вы не даете? Не обязательно. Не обязательно, да, но относится хорошо к тем, кто дает. Да, сейчас. Так, вопросы есть? Значит так, первый ложится, второй берет руки. Ложись, пожалуйста. Посмотрите внимательно. Я захватил руки. Он мне дает взять руки. Дальше уже ваше. Можете одной рукой одну вытащить, или двумя. Можете вот то, что я вам показывал первый раз, перетянуть. Да, это будет тяжело. Но еще раз, борьба не состоит в том, что пришел и сделал бедро. Ты много делал на соревнованиях бедро? Бывало. Бывало. Раз в 3 года, да? То есть сначала нужно подготовить все. От ситуации зависит. И ситуация бывает такая, что у него рука, руку прихватил и удержал, и все. И не надо даже переворачивать. А сейчас... Легче всего сделать что? Перевернуться вместе с ним, делать удушающие. Начинают уходить, делайте болевые. Отсюда взяли, все, но не в полную силу, а все-таки в 3/4, чтобы оно как бы была как игра, взял оп, отсюда, все, и начинаешь отсюда. Раз, нет, значит отсюда уходишь. Раз, руки, отсюда постараюсь, отсюда взять. Окей, вместо того, чтобы... Я могу взять. Что? Я могу. Да какая нога, блин? Давай, бери. Вот ты взял, да? Вот мы перевернулись. Переворачивайся. Вот мы перевернулись. Все, моя задача защищаться вот в этом положении.
То есть и тебе давать работать. И не давать работать, и в то же время, понимаешь, не уходить. То есть постараться отсюда работать так, чтобы как бы дать ему возможность прочувствовать ситуацию. А вы боретесь, ха, а он ушел, или все. И поэтому не чувствовать нет. Полсилы, готовы? Джан! Вперед! Машка, крути педаль, пока не догнали. Сейчас они только встанут, но пожалуйста. Сел сверху, взял за две руки. Что такое, коллеги? Ходить там иногда, в туалет. И в туалет. И меняете самостоятельно. Раз. Прошло секунд 30-40. Попробовал. Хоп-хоп. Вот. Что нужно отсюда сделать? Ногу скинуть. Не дать ему здесь сюда рукой. И не уходить со спины. Вот со спины не уходить. Поменялись. Вот поменялись. Со спины не уходить. Внутри без. Давай. Ну вот как я сейчас лежал. Вот он мне делал то, я лежал на спине, старался руку убрать, на голову убрать. Все, вот так вот. Постарайся, чтобы он ногами не держал. Есть возможность, чтобы он рукой не задушил. Берись, пожалуйста. Ты понял? Да. Видишь, я все время лежу. А вы стараетесь лечить. Вот здесь, во-первых, лег прямо, чтобы ты ноги здесь не поставил. Постарался убрать ножку и не дать тебе, чтобы ты опять. Дальше, спи рука. Этой рукой защищаешь. Если ты хочешь взять здесь, сразу скидываешь туда. Мате, ставь сольку. Вот такой поезд, так и будет. Вот такой поезд. А у меня черный. Ну, вот так и будет. А у вас синий свет очень. Так и будет. А Юрий Александрович без пояса. Зато Юрий Александрович хороший удар по печени. Вы не видели, у него там просто на руке вот здесь, вот на руке такая черная повязочка. То есть смертельный удар. Ага, смеетесь, как даст по печени. Бьет не сильно, но очень больно. Так, дай ко мне, Маша. Вышла, Владимир. Владимир? Можешь бросать ее как хочешь, но ты должен в стойке остаться, это первое. Ты должен двумя руками захват держать. Но второе, ты она берешь захват и стараешься как бы... Не, Владимир, с ней бороться, только хуже бороться. Я не мешаю. Я не мешаю. Что? Да. Иди сюда, Владимир. Все, что вы смотрите ему? Готовы? Вы готовы? Да, готовы. Боремся? Две минуты. Дальше. У нас самбо будет 30 марта. А республика по дзюдо? А республика по дзюдо будет по премии. А не делается? Ну, сейчас же деньги на выборы.
он, я за вас заплатил 2000 рублей за то, что вы участвовали. Мне еще деньги не вернули. Там по 100 рублей. Дарик, ты борешься или что? Я устал, не перезвучу. Ты устал? Да, очень. Очень? Мать, я не понял, если он устал, что ты с мной смотришь? Сожрать. Дайте батут! Все, что ты ждешь? Отпускай! Чего ты ждешь? Он же не значит, что это любовь. Он не знает, что надо сдаваться. Выпрямил руку, отпустил и все. Давай. Наша, сбились, все на горе. Есть, молодец, батут. И помни, видишь, стоп, не двигайся, скотина, стоп, я? Да, не двигайся, да. Стоп, не двигайся, подойдите все сюда, с этой стороны, не двигайся, не двигайся, с той стороны, сзади, с этой стороны, вот здесь, отпусти меня, идите сюда, не двигайся, не двигайся, посмотри, чуть-чуть Владимир назад, чуть-чуть, ты чуть-чуть отойди, вот была ситуация, где твоя рука, а? Где твоя рука? А что ты должен был сделать, Мишок? Дай сюда! Мог ты должен был взять ее вот сюда поставить, долбец! Началась быстро и... Видел? Учили он! Что, девочка, что ли? Что ты его за торт делаешь? Ну так, пожалуйста. Ты не брал, и все, и удержали мешки, блин. А что? Блин, задрали. Ходит умный очень. А ты говоришь, Пастухов, не получится. Дядя, зачем бороться, если взял руку, сделал держание, ничего делать не надо. Давай, Даня. Ходи хорошо, Владимир, не ходи как на параде. А то вот сразу влетишь. То, что влетишь, ладно, а то, что ударишься. Даник, я накажу тебя. Бросай назад через грудь. Маша, стоп. Ну, рука, ты видишь там, да, торчит. Или жестче переверни, или отпусти захват. Давай. Не вижу Пастухов, работаю. Отлично. Все, ушел. Следующий. Смотри, будь аккуратен. Сейчас. 30 бросков сделали, знаешь. Где коронный бросок? Давай, Пастухов, не знаю, где коронный бросок даже. Блин, я бросил. Маша, стойка. Браток, ты боишься или болтаешь? Да, борюсь. Так, там у нас, да. Задуши! Что ты стоишь, мешок, блин? Пастухов, кто? Да. Почему не задушил? Ну. Еще раз, почему не задушил? Поморачивайся. Что ты стоишь на пути? Мешок, блин. Подвернулся, ушел и задушил. Думает он, блин. На него, вот руку. Вот.